Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в МТА на серии Реальный Мир РП. И в этой серии мы будем ехать покупать новую тачку, но для этого нужны бабки. Сейчас у меня есть 14 тысяч долларов на бизнесе, я их сниму. 14 тысяч долларов. Применить, окей. Все, снял. Все хорошо. У нас теперь есть ровно практически 20 тысяч долларов. Машины у меня те же самые. Я еще ничего не покупал. Не знаю, какую тачку, кстати, купить. Давайте заедем, наверное. Посмотрим, что здесь продается. В автосалоне Audi там где. Может, там что-то нормальное. Quattro, может, какая-то продается прикольная. Сейчас посмотрим. Так, блин. Деревья вот эти понаставляли. Конечно, не прикольно. Я вас понял. Вот так вот нормально проехать можно. Так, поворачиваем. Я именно буду покупать тачку, та, на какой я буду ездить. Серьезно. Это именно та тачка, на какой я буду ездить. Так. Угу. Кстати, вот Audi R6 можно было бы взять в черном цвете. Вот Audi R6 за 11. Kia можно было бы купить. У меня ее не было никогда, но, блин, она мне не нравится. Эта марка мне вообще даже не нравится. Ну, короче, у нас есть либо Audi. У нас пока Audi. Выбора есть. Сейчас поедем, посмотрим что-то еще. Номера, кстати, я эти выбил тоже на ЕКХ выбил. Пацаны, давайте больше поддержите меня, ставьте лайков, пишите свои комментарии, делитесь моими видео с друзьями, чтобы нас становилось все больше и больше. Я все-таки для вас стараюсь, я до сих пор болею. Пишите ж, там, не знаю, вот, блин. Лайк будет для меня самым лучшим лекарством, так бы сказать. Я стараюсь снимать для вас видосы, сейчас только 6 часов утра, а я снимаю для вас видос. Так, Honda Accord, ну блин, это такое. Mitsubishi Lancer, Subaru RX есть. Это же дорого. Mazda RX-8. Mazda шестерка. Слива. Слива. Subaru Impreza RX. Так. Ой, ненавижу эту машину. Блин. Что можно за эти бабки купить? Реально. Honda не хочу была. Nissan... Не хочу. Lancer был... Хочу, но, блин, не хочу. Сейчас давайте... Блин, а что там еще есть? В других автосалонах. Я не помню, блин. Реально не помню, что в других автосалонах есть. В автосалоне там BMW, понятно. Camry. В натуре можно поехать купить Camry. У меня Камри там не было вообще давно. Вообще не было у меня, по-моему, Камри. Вот можно купить себе Камри. Toyota Камри, можно ее себе купить. Вот это я думаю, купить себе Камри. Потому что у меня еще Камри не было, и как раз я ее протестирую и выскажу свое мнение. Это ж Камри. Ёптель. Так, по-моему, она стоит где-то миллион. У меня 200 тысяч... Ой, 20 тысяч долларов. Должно вроде бы хватить. Да, должно вроде бы хватить. Да-да-да, угу. Должно хватить стопудово. Поворотик. Все хорошо.
Блин, вот прикольный, кстати, Rolls-Royce. Мне он нравится. Чётенько выглядит. Чётенько. Просто чётенько. Так, погнали. Ой, раньше я был таким бизнесменом, мажорчиком, а сейчас живу на бизнес, ну, ради, живу через бизнес, ну, типа там прибыль забираю, и работаю на автобусе, хотя у самого есть Чирон. И такое бывает, пацаны, и такое бывает. А, блин, поворот проехал немного. Rolls-Royce. Кайф. Кайфная машина вообще, мне нравится очень. В таком цвете еще. Необычном вообще. Конфетка. Булочка, булочка, по-любому. По-любому булочка просто. А вон автосалон. Залетай. Вот мой дом, кстати, смотрите. Забор остался, маппинг остался. А дом мне не вернули. Печалька. Печалька. Так, давайте отъедем сюда. Ах, какой же он красивый, этот Rolls-Royce. Погнали. Вот это Camry, да. Супер дорогая. Морковки я не люблю. Ну да, в принципе, на Camry только и хватает, по сути. Значит, давайте купим Camry. Что такое? Все нормально. Номера видели, какие у нее стоят? Так. Где она? А вот Rolls-Royce. Ух, 130... А, не, эрх. 139. Показалось, показалось. Блин, 6 осталось всего лишь. $1000. 6 тысяч долларов осталось. И номера не поубиваешь. Это 600 тысяч примерно. Ну да, где-то так. В какой-то мере, да. Сейчас попробуем сделать Camry на стиле просто. Так, это постоянно темнеет, мне это кумарит постоянно, когда погода меняется. Ну, думаю, вы это уже заметили. Camry, Camry. Мне новая Camry не нравится, в новом кузове. Вот эта Camry более-менее нравится еще. В новом кузове вообще как-то не очень, не очень. Заедем, чип поставим от Rolls-Royce, чтобы она комфортная была. В принципе, на такой машине можно и с водителем ездить, я считаю. Это такая машина. Более-менее комфортная и недорогая. Так что посмотрим, посмотрим. Может быть, и водителя наймем. Хотя, с моими деньгами, если там штуку, а нет, это мало. Ладно, забудьте, что я говорил. Буду сам себе водителем. Я вообще не люблю, когда меня возят. Но... надо привыкать когда-то. Так. А ну, если колеса поставить какие-то. Или перекрасить ее в темно-зеленый цвет. Темно такой. Вообще в такой покрасить ее. Так. Если попробовать диски поставить. О-о-о, вот это колхоз. Фу-фу. Это серьезно. Это очень серьезно уже. Тут надо священника вызывать. Ну блин, ну как можно было такую прикол сделать? С такой тачки. Можно, конечно, не такую хорнуть, но я не буду так на машины издеваться. Я понял, есть только колеса больше идут. А вот цвет.
Да не, ей больше всего черный идет. Я думаю, согласитесь со мной. Ей больше идет черный. Так, тело. 0,6. И 0,8 поставить подвесочку. Чтобы она чуть переопустилась. Теперь каефно просто. А, у него двойной выхлоп, это хорошо. О, валит, валит. Нормалек. Жопа черкает немного, но это нормально. Это не ощущается практически. Ну, тачка в натуре прикольная. Ну. Я не понимаю, в чем у него кузов считается. Модель, наверное, такая, ну. В принципе, не важно, не важно, не важно. Эта Камри, она прикольная. Она прикольная, реально. Четкая машинка такая, четенькая. Мне нравится. Оп. Давайте скриншотик на превьюху сделаем. Так, так вот. Вот так вот делаем. Я начал вот так вот. Потом уже вот так вот. Скриншотик. Погнали. Давайте посмотрим, что на БУ есть. Может, какой-то тазик по дешману. Я бы вот так взял покататься специально. Ох ты, ёпти. Не, ни хрена нету даже. Банкомат убрали. Там уж какой-то баг был. Так, такси. Оп, блин. Вроде чип от Rolls-Royce, она валит бочком как-то. Не, ну четко выглядит. Согласитесь, а? Четко же тачка выглядит. Давайте посмотрим, что под капотом. Все довольно хорошо прессовано. Багажник. Это с номерами прикол, а так обшивочка есть в багажнике, все дела. Все четенько, ну. Претензий нету. Ну и сама модель вроде качественная. Что там по салону? И салон такой нормальный. Чё? Нормальная машина, пацаны. Просто диски не меняйте. Мне эти диски очень нравятся, кстати. Оп, погнали. Блин, не, ну прикольная тачка. Вот кто будет собирать, ну, у кого будут деньги. Именно сколько она стоит, сколько она там. 30 тысяч. Ой, не-не, подождите, что не то. А, вот. 13 тысяч она стоит. Как бы такие бабки, то, чуваки, покупайте. Без проблем, машина хорошая. Косяков особых нету, кроме вот этого кузов немного шатается, а так. Все нормально, в принципе. Я не жалуюсь. Мне нравится эта тачка, вот я на ней тоже буду ездить. Интересная машина такая. Мне нравится. Какая у него максималка, давайте посмотрим на этом чипе. Ну, 200, в принципе, нормально. Мне жопа ей нравится больше, чем перед, конечно. Не, ну машина выглядит классно, классно. Блин, в натуре. Люк есть. Хромированные вставки, все четко, фары, дисочки красивые. Не, классная машина, классная машина. Не зря я себе ее купил. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер, играйте. Делитесь моими видео с друзьями. И ждите новых серий. Всем пока.